И те, кто смотрит мои видео, сегодня мы будем рисовать на тему спорт. Сначала рисовать мы будем девочку у лестницы, которая делает шпагат. Рисуем сначала саму лестницу, намечаем линии примерно. Здесь такие будут эти перила. Рядом еще одну лестницу рисуем. Здесь у нас отсюда начинается уже дорога, асфальт, по бордюру мы рисуем. Туда дальше уходит прямо. Девочка у нас будет стоять на дороге и держится вот за эту лестницу. Сначала мы рисуем ей голову. Намечаем пока примерно линии. Набросок делаем небольшой. Здесь ухо у нас будет. Она будет с хвостиком. Хвостик. Здесь волосы вниз опускаются. Далее рисуем здесь вот проходит рука. Рисуем ноги. Здесь и вниз. Вот мы уже наметили примерно, как у нас будет идти. Теперь все это обводим. Сначала руку. Здесь вот еще одна бомба кажется. Заберем. Топик я рисую. И сучки. И кроссовки. Носочки рисуем. Ребята, пишите в комментариях, на какие вы темы хотите, чтобы я снимала видео. И подписывайтесь активнее. Тогда я буду... Мне очень приятно, когда вы подписываетесь, смотрите видео. Я вот стараюсь снимаю для вас. Спасибо за просмотр. Делитесь этим видео в соцсетях, это продвижению канала способствует. Так, ну вот мы уже нарисовали карандашом. Сейчас мы будем раскрашивать красками.
здесь вот дорога заворачивает. Штаны спортивные. Начинаем рисовать профиль рисунок здесь и глазки. Ротик. Снизу под кроссовком вот здесь рисуем такую тень. Асфальт разукрасил еще. Сейчас я буду здесь покрытие такое рисовать, которое о Лена тянется. Теперь будем рисовать деревья.